Новая инициатива от ЗАГС Собрания. На этот раз депутаты предлагают отдать в регионы половину табачных акцизов. Соответствующая законодательная инициатива областным парламентам уже подготовлена и направлена в Госдуму. Ее суть в более справедливом распределении акцизов на табачную продукцию. На данный момент эти суммы в полном объеме поступают в федеральную казну. Законопроектом же предлагается половину отдавать в территории. Потери для федералов будут минимальными, всего 1,5% от общего объема бюджета. А для регионов такое дополнительное финансирование может стать ощутимой поддержкой. Передача части доходов позволит повысить налоговый потенциал субъектов, укрепить их финансовую самостоятельность и снизить зависимость от дотации центра. Кроме того, благодаря дополнительным средствам можно будет эффективнее наладить борьбу с курением, организовать качественную профилактическую работу среди жителей, а также лучше защитить здоровье граждан от сигаретного дыма и негативных последствий потребления табака. Мы считаем правильным и справедливым оставлять половину акцизов от табачных изделий в регионах. Считаю необходимым, правильным оставлять деньги в территориях для профилактики, для организации работы, для того, чтобы у людей была возможность избавиться от этой пагубной зависимости. Ведь действительно проблема курения и того табачного дыма, которым страдает население, это проблема на местах. Поэтому будет действительно большим подспорьем на всех территориях, муниципалитетах и субъектах данная поддержка.